В нашем сегодняшнем видео мы расскажем, как приготовить ванночки для ног для профилактики простуды и выведения токсинов из организма. Данные ванночки помогают при усталости, отеках, простудных заболеваниях. Такие процедуры улучшают кровоток и устраняют неприятный запах. Мы поделимся с вами тремя рецептами, которые также можно использовать для детоксикации организма. Для приготовления первой ванночки понадобятся следующие ингредиенты: магнезия, пищевая сода, морская соль, уксус и любое эфирное масло. Готовится раствор так. В таз наливают горячую воду и добавляют 2 столовые ложки магнезии, соды, уксус, морскую соль и эфирное масло на выбор. В полученную жидкость опускают ноги на 30 минут. Не бойтесь, если во время процедуры вы ощутите слабость. Это часть процесса выведения шлаков. Также можно сделать ванночку с бентонитовой глиной. Для этого в таз с водой следует добавить 1/2 чайной ложки английской соли, 3 столовые ложки бентонитовой глины и эфирное масло. Продолжительность процедуры 20 минут. Для выведения токсинов можно также приготовить ванночку с имбирем. Для этого в теплую воду добавляют 5 столовых ложек перекиси водорода и 1 чайную ложку порошка имбиря. Процедуру выполняют в течение получаса. Данное средство стимулирует регенерацию тканей и выводит шлаки из организма. Неважно, какое из этих средств вы будете применять, главное делать это регулярно в течение месяца.